Смотрите, сегодня нашего пристального внимания удостоится пароочиститель Китфорд КТ-931. Это многофункциональный прибор, который один может заменить и дезинфектор, и паровую швабру, и даже отпариватель для тканей. Легкий и компактный прибор предназначен для домашнего использования, а также для уборки офисов, магазинов, гостиниц, отелей и чего угодно. Подходит для обработки поверхностей как внутри помещения, так и снаружи. Горячий пар под давлением может удалять и жир, и грязь, и известковый налет, а также убивать патогенные микроорганизмы и домашних клещей, которые очень часто вызывают аллергические реакции, особенно у детей. Область применения огромная, от керамической плитки и гранита до резиновых уплотнителей холодильника и душевых штор. В комплект входит сам пароочиститель, струйная насадка, две удлинительные трубки, стаканы-воронка для наполнения бойлера водой, щетка для пола с двумя мопами, треугольная щетка, скребок, большие и малые нейлоновые щетки, латунная щетка, щетка-скраб, ручка для переноски и отвертка, чтобы эту ручку закрепить. Струйная насадка моя самая любимая. Она позволяет подавать пар узконаправленно и тем самым выбивать напором грязь из швов между плитками или, например, протектора обуви. Также она очень быстро и эффективно удаляет жир с фильтров вытяжки без использования какой бы то ни было бытовой химии. Резиновый скребок создан для очистки окон, зеркал и душевых кабин. Щетка для пола может использоваться как самостоятельно, так и с мопом, который крепится на нее по принципу липучки. Треугольная щетка позволяет обрабатывать ткани, например, отпарить сложную для классического глажения одежду или привести в порядок шторы. А если намотать на нее ткань, то она и очистит, например, какую-то загрязненную одежду. Пар очень быстро испаряется и не оставляет следов влаги на поверхности. Прибор удобен в использовании, даже если у вас до этого никогда не было пароочистителя, то вы легко с ним справитесь, он не требует наличия каких-то сверхнавыков и умений. Управление простое, есть кнопка на корпусе, которая включает и выключает прибор, затем вы ждете, пока нагреется вода в бойлере, обычно это занимает около 8 минут, и можете очищать поверхность. На ручке есть кнопка управления подачей пара, вы ее нажимаете, и пар подается через вот эту трубку. Для вашей безопасности предусмотрена блокировка, которая защищает вас от случайного нажатия на кнопку, когда вы этого не хотели, вы этого не планировали. Пароочиститель безопасен для здоровья человека и не приносит вред окружающей среде. Ведь вы можете убрать загрязнение, не прибегая к помощи бытовой химии, а только с помощью пара. Никакой магии, просто физика. Китфорд КТ-931 – пароочиститель, который один заменит целый ряд бытовых приборов.